В деревню Григорово возвращаются троллейбусы. Маршруты номер 4 и 5, как и прежде, будут ходить от депо и железнодорожного вокзала. Официально троллейбусы номер 4 и 5 вернутся на маршруты с 1 сентября. Но так как пока ходить они будут только по будням, первые рейсы запланированы на понедельник. Оба связывают Григорово с центром или северной окраиной Великого Новгорода. Ходить будут по прежним схемам. Троллейбус номер 4 будет отправляться по 5 раз с каждой конечной остановки. Рогатый автобус под номером 5 по 7 раз в день. Расписание уже доступно на сайте transport.nov.ru.